Ну, я думаю, вот так вот лучше. Всем здорово, с вами Дэн, мы на канале VID Multigaming. И сегодня мы играем в игру, которую я не ожидал от себя, что я буду в нее играть. Я, честно скажу, играл в Формулу 1, но сегодня мы играем в World Rally Championship, чемпионат мира по ралли, пятая часть данной игры. Сегодня мы будем пытаться что-то натворить в данной чебучке. Итак, собственно говоря, начнем с того, что я скажу. Итак, а второе, то, что я навалил в интро кучу пафоса. Как всегда, но извиняюсь, ребят, я очень люблю пафос. Итак, собственно говоря, во-первых, я хочу себя звук увидеть. А его я увижу только когда вот так вот сделаю, да, более-менее. Итак, хотя можно, кстати, звук убрать. Сейчас мы уберем звук. Так, шторм, громкость музыки. Так, шторм, пожалуйста. Так, громкость двигателя, громкость фонового звука, общая громкость. Так, давай вот так вот. Я ставлю. Блин. Твою налево. Так, сейчас управление, у нас контроллер, чувствительность газа, так, управление, все, отлично. Итак, сейчас настроили мы, короче, Так, настроили мы все-таки наши гоночные кондиции. Теперь надеюсь, что мы все-таки сыграем в ралли. Так, начнем. Значит, мы поедем в одиночный режим. Мы проедем быстрый этап. Бла-бла-бла-бла, все, я понял. Так, значит, автомобили команды. Значит, какой спецучасток? Спецучасток мы пройдем. А есть Россия сразу, чтобы прям это патриотический дух почувствовать. Нет, по-моему, самый ближайший это Финляндия. Давай Финляндию. Финляндию. Маккапера, Юкаярви, Хорка, Михинпа, Йорк. Юкаярви. Мне больше нравится. Восход, полдень, погода. Ну давай, солнечно, полдень. 5 километров у нас спецучасток. Так, окей, ладно. Итак, собственно говоря, автомобили команды. Значит, мы будем гоняться за... Я уже здесь посмотрел предварительно, какие есть гонщики. Да, есть более-менее известный параллельным меркам. Там есть Себастьян Лев, здесь Себастьян Ажье вот на ваших экранах. Ну, никому нафиг это не интересно, поэтому мы будем гоняться за... Будем отстаивать честь СНГ. Надо записать еще раз. Я здесь уже предварительно посмотрел, какие есть гонщики. Есть более-менее известный Себастьян Ажье, есть Яри Матилафола, есть по меркам ралли Себастьян Лев. Знаю, никому это нафиг интересно, поэтому сразу перейдем. Русских гонщиков здесь нет, зато здесь Роберт Кубица есть, который тогда еще в ралли гонялся, сейчас в Формуле 1 тест-пилот. Будем отстаивать честь СНГ. Украина. Юрий Протасов и Павло Юрий Протасов и Павел Черепин. Черепин, неважно. Павло, короче. Дарница Моторспорт. Значит, спецучасток. Конфигурация машины. Асфальт. Так, хорошо. Так, иди нафиг. Так, спецучасток. Я хочу выбрать. Я хочу погоняться в Финляндии. Выберем мы Юкаярви. В полдень. Солнечная погода. Так, как подтвердить? Так, отлично. Это надо поднастроить. Так, автомобиль, конфигурация машины. Начать. Ну шо, начнем нашу гоночку. Сейчас наша птичка полетит. Так.
Ух ты, ё-моё, какой звук-то! Так. Чтобы вы понимали, я управляю на... Ну, так, подождите, сейчас я кое-что сделаю. Так, опция, я хочу звук немножко убавить. Это громкость фона звука. Так, общую громкость чуть-чуть убавить. Да-да-да-да. Так. Вернуться, так. Ну, я играю на джойстике. Лёха играет на руле, поэтому для меня немножечко это в новиночку. Хотя я давно хотел ралли купить. Эта игра просто была по скидке в Стиме, поэтому... Резко я торможу из-за того... Не переживайте, что резко тормозит машина, потому что у меня стоит помощник, который сам по себе тормозит. Моя сейчас задача не врезаться ни в какой-нибудь столб. Так. Ой. Господи. Твою налево. Так. О, хорошо. Хорошо въехал. Давай, 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 давай. Только не съезжайте. Все снес. Ура. Поехали дальше. Блин, да твою дивизию. Самое лучшее вождение в мире. Видели? Сейчас я вам показываю. Твою налево, отлично. У меня передней части машины уже повреждена. Хотел сказать нету, но пока не, пока еще есть. Так, не мотай его так. Блин, у меня мотает. Машину я поймать не могу, блин. Я сейчас точно что-нибудь побрею. Самое главное, я оставил функцию, что если у меня повреждается машина, то ее тяжелее становится управлять. Поэтому немножко весело. Не, на руле, конечно, здесь будет круче. Блин, это что ж такое? Так... Обычно во время гонок я не говорю. Какие классные цветочки, ей-богу. Красота. Еду медленно прям, тащусь как черепаха. А первый участок, напомню, всего лишь 5,5 километров. Так, понятно, у меня зад начинает повреждаться. Ну ладно, хотя бы спецучасток надо доехать уже без всяких таких больших столкновений. Так. Давай за сало. Давай, пацаны. Докажите, что СНГ-гонщики тоже могут. О, о. Обрезал. Срезал. Так. Ну давай, давай, давай. Ой, хорошо. Как вошел в поворот, прям как батя. Ить. Да что ж ты будешь делать? Оп. У меня сейчас может проблема быть с скоростью, но я уже закончил почти спецучасток. Сейчас доеду. Давай из 5 минут хотя бы иди. Опа, набираем газик. Газик, газик. Оп, все, финиш.
Так, отлично. Значит, 4:33 у нас время. Ну да, естественно, мы 20-е, потому что здесь люди проехали 3:46. Ну, кстати, не так все плохо. Хотя. Нет, все-таки что-то плоховато будет. Тут у нас выиграл Мац Осберг. Так, ну ладно, это не важно. Так, собственно говоря, у меня такого генерального плана не было на этот ролик. Ну, давайте так. Итак, ставим цели на сегодняшние спецучастки. Значит, мы сейчас проезжаем 3 спецучастка. Я вообще должен это вначале был говорить, ну пофиг. Короче, проезжаем 3 спецучастка. И должны в каждом последующем, вот получается, после этого 3 спецучастка, хотя бы войти в топ-15. Выходим в топ-15. Работа выполнена. Задача минимум войти хотя бы один раз. Итак. Собственно говоря, едем дальше. Значит, у нас... Юрий Протасов и Павел Черепин не выполнили данную задачу. А, точнее, не так, мои руки-крюки не выполнили эту задачу. Так, собственно говоря, значит, спецучасток финский был преодолен. Так, значит, поедем мы-ка в Мексику на трассу Хуанахуатито. Где-то фейспалмом закидывается испанец. Испаноговорящий. Итак, мы заходим на трассу Хуанахуатито, находящуюся в прекрасной стране под названием Мексика. Но я поменяю кабалит. И поменяю на Роберта Кубицу и Поменяю на Роберта Кубицу и Мачика Шипаника. Надеюсь, я правильно произнес ваши фамилии. Итак, собственно... Блин, да ёпта... Да поменяй ты мне на Роберта Кубицу, все, ура. Значит, едем по мексиканскому участку, задача попасть в топ-15. Конфигурация машины, дай-ка... Так, ну шина у нас гравий. Гравий асфальт... Гравий. Так, переднюю подвеску. Ой, я ни хрена, если честно, не понимаю в этих, блин, настройках, если честно, какие нужны там мягкие, какие жесткие. Поэтому оставим все на более-менее средних настройках. Так. Я думаю, все, можно подтвердить и ехать кататься. Начнем. Наша задача, не забываем, топ-15. Ха-ха, корона. Шутник от бога. Давай, шутник, блин, давай, топ-15. Твоя задача в топ-15. Так, не сносить. Да ёперный театр уже снес. Так, вот... Блин, я не завидую, блин, гонщикам на самом деле, потому что тут, блин, зависит столько, там промажешь все. Ты трассу наизусть должен знать. Ну, как любой гонщик, но вот здесь прям это капец как важно. Так. Ой-ой, блин, я бы кювет бы сорвался бы. У Роберта Кубицы слишком плохой опыт. Оп. Так. Сейчас. Ой-ой-ой, блин, ты твою налево. Так, кажется, мы в топ-15 здесь въедем, то только если поможет чудо. Блин, раньше тормозить. Блин, у меня уже повреждена машина. Так. Не, ну может, если я сейчас поднастроил бы, точно в 15-ку въехал, но...
А, классно. Я еще респотнул, собственно, зачем-то. Скорее всего, того, что блин, совсем не въехал. А либо из этой ситуации не выйду. Так, выровни машину, пожалуйста. Блин, серьезно? Я взял в квет, улетел. По идее, в реальной жизни бы он уже давно бы там бы окочурился бы. И на этом гонка бы закончилась. Опа, хорошо. Давай, давай. Ой, хорошо. Походу мы нашли. Ай-яй, блин, нашли свою гоночку. Да господи, почему у меня машина разваливается? Я же совсем не сношу себя. Да твою налево. А в поворот въехать не могу. Блин, да что ж такое? Ну давай. Класс, у меня машина зацепляет. Так, стоп, а как там сделать рестарт? Как рестарт сделать? Так, минута 3 минуты 46, у меня повреждена вся машина. Скорее всего, я уже в топ-15 не войду. Ну ладно. Давай. Твою мать, опять респаун делать. Так, давай. Еще раз. Так. Господи, это самый худший заезд, который только можно придумать. Ладно, простите. Простите грешного, все-таки первый раз только сел за ралли. Дайте мне практики, я тут начну всех рвать. Так, отлично, прошли поворот. Поехали дальше. Блин, у меня машину сносит. Вот о чем проблема. Я же повреждение не выключу. Потому что я боюсь, если я не выключу, так неинтересно будет. Так. Блин, да проблема в том, что я даже из столба не выехать не могу. А по-моему, еще меня не настроил, чтобы я обратный ЛТ сделал. Так, ну что, едем дальше. 5 минут. Теперь наша задача выйти из 10. Понятно, помощник сработал. Машина у меня совсем перестала работать. Она даже скорость не набирает. Обидно. Обидно. Но это за мои ошибки расплата. Так, зато идеально в повороты въезжает. О,
О, вот так вот надо уезжать все повороты, а не только один. Давай, 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 детка. Детка, кто так говорит в 2020-м? Давай, бейба! Давай, 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 давай. Херач, херач, херач. Блин. Давай, давай, выезжай из этой. Машина вся повреждена, все. Ведро из говна и палок едет. На финиш. И не знает еще, выйдет ли из 10 минут или нет. Надеюсь, что выйдет. Да блин, не срывайся! Опции. Я забыл, как у меня на контроле контролируется, чтобы я газ назад сделал. Так, понятно. Так, 7 минут. У нас все это длится чудо. Надеюсь, что с 10 мы все-таки умудримся выйти. Так. Так, оп. Ой-ой-ой-ой-ой, куда ж ты улетел, братец-кролик ты мой? Давай, давай, давай. Хорош. 10 минут, 10 минут наша цель. Секунду. 10 секунду на что? Секунду на то, чтобы проехать. Драться на смог сигар. А чё штурман молчит? Так, все, кажись, у нас есть все-таки шанс доехать за 10 минут. Машину, конечно, мой прижимает, что неудивительно. Она тут много насмотрелась. Ну, доедь, пожалуйста, до финала. Все, у нас без 10 минут, мы, слава богу, вышли. Я даже до финиша не могу нормально доехать, зашибись просто. На грани было. Чуть 10 минуты. И доезжаем 10 минут. Господи, сколько я отстал от лидеров, мне интересно. Уп! Минуту 20, вы о чем вообще? Господи, как я должен... А в топ-15, что мне нужно было сделать? А мне нужно было минимум скидывать минуту 40 с этого моего результата. Да, замечательно. Гениально. Так, ну, кажется, у нас не получилось. Ладно, попробуем третий трек. Итак, в третьей гонке мы решили... Итак, в третьей гонке мы решили все-таки взять легенду раллийных гонок, гонщика Ситроена, многократного чемпиона мира и еще кучу регалий, которые не присутствуют в мире автогонок, Себастьян Лев. Не знаю, поможет мне это или нет, войти в топ-15, но у нас предпоследняя трасса. Это трасса Зуерталь, находится она в Германии, протяженностью 6,5 километров, и я надеюсь въехать в топ-15, потому что то, что было до этого, это вообще никуда не годилось. Эх, я об этом говорю, а мне стыдно. Чуть-чуть штурмана можно убавить. Так, отлично.
Ну что, начинаем? Так. Едем, ехать будем очень медленно. Так что не обессудьте. Мы до этого ехали, не, конечно, не быстро, но сейчас особенно хочу. Я не могу опозорить Себастьяна Лёва. У меня так она постреливает, конечно, сильно. Что-то я подшаманил хорошо там. Так. Не страшно. Так, понятно. Просто проблема в том, что я начинаю разгоняться, а потом в поворот уехать не могу. Так, ой. Блин, уже что-то накрылось. По-моему, трансмиссия, если я правильно помню. Все, короче, сносим на своем пути все фонарные столбы. Точнее, это все-таки таблички, не фонарные столбы. Все, не паникуй. Не паникуй, не паникуй. Так. Ой, хорошо въехал. Браво. Просто спокойно, все, спокойно. Так, все хорошо, проходим Red Bull, здравствуй. Спасибо, спасибо, шикарно поворот вошел. Так, аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Блин, все-таки столкнулся. Аккуратно, аккуратно. Господи, у меня ощущение, что я по фейерверкам еду, это не мой двигатель. У меня вместо двигателя фейерверк какой-то. Отлично, отлично. Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь, сердце остаешься там. Мы ралли. Блин, едем кобздец как медленно. Ну, это все для того, чтобы показаться не самое плохое время. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, едем, едем. Так, ать. Резкий поворот. Так, ать. Хорошо. Так, еще один Red Bull проехали. Все, сейчас едем на финиш. На финиш едем. Едем, едем на финиш. Все. Так, ну надеюсь, пятнашку попал. Только не 20-й, пожалуйста. Блять, опять 20-й. Ну, кстати, я проиграл всего лишь... Сколько? 4.17, 4.24. Я проиграл 3.6 секунд. Ну, 6 секунд, знаете, не так плохо. У меня есть последние гонки шанс все-таки зацепиться за очочки 15 места. Хотя, я сомневаюсь, потому что разрыв как бы 4.24, а там 4.15.
Да, не то, конечно, что я ожидал. Так, последний спецучасток мы проведем во Франции, на исторической родине Себастьяна Лева. И у нас трасса называется Сотэ-Шэ-Алзэ. Я, конечно, неправильно произнес, но да ладно. И надеемся, что мы здесь войдем в пятнашку. Ну, хотя бы не 20-е приедем. В общем, очень надеюсь. Начнем. Последний. Ух, все, заряжаемся. Войтенко завещал, надо правильно заряжаться. И почесать нос заодно. Так, начнем. Фух, давай. Полная концентрация. Вообще, я выбрал участок не самый большой, он 2,9 километра. То есть там время будет буквально маленькое. Очень, очень быстро. Так. Тем более, по факту, это городская трасса, если так подумать. Это просто в деревушке сделали. Блин. Здесь проблема в том, что можно бы не разогнаться. Здесь надо очень сильно перетормаживать. Он сейчас говорит, а я не могу понять вообще, что это за повороты. Хочу скорость поднять, но только я понимаю, что не въеду. Так, ну пожалуйста, хоть здесь можно буду не 20-й. О, блин, я въехал в пятнашку, как и хотел. Ну так, ну смотрите, мы задачу минимум-то выполнили. Можно это, вскинуть руки. Какой же кринж. Ехали мы еле-еле в пятнашку. Если бы я на секунду бы промедлил бы, я был бы 16-й. Но как я хотел 15-м въехать, так я в нее въехал. Если бы подъехал бы быстрее, я бы... Все-таки приехал бы быстрее. Мои, кстати, больше гонщики, как видите, Роберт Кубица 13-й, Юрий Протасов 10-й. Так что все нормально, Себастьян Ажье 1-й, но кому, какая разница? Я приехал 15-й, я заслужил. В общем, с вами был Дэн. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте вот такие пальчики. Не забывайте, что любой комментарий для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на Donation Alerts есть внизу, тоже в описании. Всем до скорой встречи и надеюсь, мы увидимся в следующем видео.